وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد الذي بين الحلال من الحرام جليلا وحقيرا، وعلى آله وأصحابه الذي اشتروا بأموالهم وأنفسهم نعيما وملكا كبيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله تعالى وطاعته سرا وجهارا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ليلا وظهيرا. أيا معشر الغافلين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أكوارا، وأنتم عاكفون على ارتكاب المنكرات ولا تخافون يوما عبوسا قمطريرا. ولو تعلمون ما وراء لضحكتم قليلا ولبيتكم كثيرا. فتوبوا من سيئاتكم وأصلحوا أعمالكم فإنه كان للأوابين غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ребята, сегодня хотелось бы рассказать про великих сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Про тех людей, которые распространили ислам сначала, с корней ислама, которые были рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Братья, поверьте, эти люди достойны, чтобы о них говорили днем и ночью. Если о них начать говорить, здесь мы это не закончим. Это те люди, которые понимали суть священного аята, священного Корана, где Всевышний Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, суть которого является: «О те, которые уверовали, не показать ли вам самую выгодную торговлю, торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания в аду? Уверуйте в Аллаха и Его посланника и боритесь на этом пути своими имуществом и душами. И за это я прощу вам ваши грехи и награжу в вечном рае». Поверьте мне, братья, по книгам нам сказано, что почти все сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до исламского времени, во время джахилии, были одними из самых богатых людей, которые носили лучшие одеяния, от которых веяло лучшими благовониями. Эти люди были одними из самых богатых людей и в Мекке, и в Медине. Расскажем про одного молодого юношу, сподвижника Мусхаба ибн Умара, который до принятия ислама был самым богатым юношей в Мекке. Мекка – очень большой город, братья. И он был самым богатым среди этих юношей. После принятия ислама, отказавшись от него, родители отказали его от всего того, что они ему дали. Он стал нищим. У него не было ни еды, ни питья, ни одежды. Он отдал все свое имущество, все свои силы на пути Аллаха, на пути распространения религии Аллаха. В одной из битв он был убит неверными, он пал шахидом. И такой человек, который недавно еще был таким богатым, которого признавали все, которого показывали лицо и говорили, что это самый богатый юноша. Когда пришло время похоронить Мусхаба ибн Умара, не было ткани, чтобы покрыть его тело. Не завернуть тело, дорогие братья. Покрыть его тело полностью не было ткани. Когда покрывали его голову, открывались ноги. Когда покрывали ноги, открывалась голова. А в наше время мы привыкли, братья, усопшего заворачивать в лучшие
ткани, белоснежные ткани. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда хранили Мусхаба ибн Умар, осыпьте его тело, и обнажилось листьями деревьев, и засыпьте его землей. Рассказывается, что во время переселения из Мекки в Медину у этого юноши потрескалась вся кожа, на нем не было, как мы сейчас приветствуем людей, видеть здоровых, больших. В хадисе говорится, что на этом юноше остались только кожа до кости. Не было ни еды, ни питья, представьте, хотел. Вот в таком чистом виде до нас религию донесли вот такие юноши. Что мы думаем на данный момент о 20-летнем, 25-летнем человеке? Многие из нас, братья, не состоявшиеся люди в этом возрасте. Многие из нас. А во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, какие года сподвижники правили целыми войсками, руководили целыми войсками, городами, были предводителями целых городов и войск, завоевывали земли, города, страны, работали послами, ездили к таким большим чинам государства, Эфиопии, любые страны ездили, братья, сподвижники Малты, 18-20 лет на то время, если посчитать этим сподвижникам. Уважаемые братья, на сегодняшний день, к сожалению, есть такие братья, которые любят обсуждать этих сподвижников, которые говорят плохо насчет четырех праведных халифов, которые говорят плохо об Ахлюль-Байте. Ахлюль-Байт – это семья пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Род пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вечный. Поистине, проклятие Аллаха таким людям, так убежит Аллах Всевышний от заблуждения в отношении сподвижников. Уважаемые верующие, побойтесь Аллаха ненужных и богохульных после смерти халифа Усмана. Многие говорят, что Усман ради Аллаху Анху сполз с истинного пути. Как человек может такое сказать, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям, субханаху тааля, Всевышний Аллах обещал рай при жизни этому человеку? Кто мы такие, чтобы обсуждать этого человека со стороны плохого? Он не был пророком, и мы не знаем, что у него было за жизнь, и наше это дело. Но как мы можем говорить плохо о этом человеке, когда ему был обещан рай? Когда этого человека стыдились ангелы? Во время, когда сидел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у себя дома, подошел Абу-Бакр, радиаллаху анху. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были обнажены часть ног. Когда зашел Абу-Бакр, радиаллаху анху, он их не прикрыл. Затем за ним зашел Умар, радиаллаху анху. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ног не прикрыл. Зашел Усман, радиаллаху анху. И пророк поспешил закрыть свои ноги. И когда спросили: «О пророк Аллаха, зачем ты прикрыл ноги, когда зашел Усман, радиаллаху анху, в то время, как ты не закрыл их при том, когда зашли мы, Абу-Бакр и Умар?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Как я могу не стыдиться Усмана, когда на небесах ангелы его стыдятся?» Настолько велико было, братья, иман, чистота и вера наших сподвижников, радиаллаху анху. Эти люди, которые отдавали во имя Аллаха все свое богатство, все, что у них было, остерегайтесь таких людей, братья, которые их богохулят. Эти люди прокляты пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если вы любите меня, обязаны любить и моих сподвижников».
поистине история сподвижников является исключением фазы и поклонением Аллаху. Поэтому мы обязаны изучать их историю со слов авторитетных мусульманских богословов, желательно тех богословов, которые видели и разговаривали с самими сподвижниками, а не со слов тех, которые появились на данный момент в ответ. Были люди, которые разговаривали с коленами, которые писали многие книги, которые написали много историй пророка саллаллаху алейхи ва саллям и истории сподвижников. Как мы можем читать их речь, отвергая истории, которые были 1350-1400 лет назад про Хиджи, и верить тем людям, которые появились 30-40 лет назад? Субханаллах, братья, это разум не понимает. Как мы можем верить этим людям? Каждый, кто считает себя мусульманином, обязан любить всех сподвижников. И не только любить их, но и следовать их сунне, то есть их словам и рекомендациям. Это те люди, которые объясняли слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нечто. Если человек не понял, то некий сподвижник, как 4 праведных халифа, как 10 тех, кому был обещан дать жизнь, объясняли эти его слова, братья, разъясняли для людей. Как и каким образом, братья, мы должны любить и следовать сунне сподвижников? Во-первых, мы должны подражать их хорошим качествам. Во-вторых, мы обязаны удерживать свои языки от ненужных разговоров о фитне между сподвижниками, братья. Человек, который любит пророка, обязан любить и его сподвижников. В одном из своих хадисов пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Не лгайте моих сподвижников, я клянусь тем, в чьих руках моя душа, даже если кто-либо из вас во имя ислама пожертвует золотом в размере горы Ухуд в качестве садака, то оно не будет стоить даже одной горстки фиников, которые отдал сподвижник». Поэтому любовь к сподвижникам и следование за ними – одна из важнейших причин достижения милости Аллаха и его вечного рая. Сейчас расскажем, братья, о одной из историй каждого из праведных халифов Абу-Бакра, Умара, Усмана и Али радиаллаху анхум. Абу-Бакр занимает самое высокое место среди сподвижников после пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он первый из мужчин, кто уверовал в посланника Аллаха. С первых дней Абу-Бакр находился рядом с пророком. Его жизнь и имущество его были во власти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Он жертвовал всем, братья. Любовь к Аллаху и его посланнику были настолько великими вещами в сердце Абу-Бакра, что он несколько раз отдал все свое имущество на пути Аллаха, не оставив своей семье ничего. Умар ибн Хаттаб рассказывает: однажды, когда мусульмане нуждались в деньгах, их хвал было мало, пророк саллаллаху алейхи ва саллям повелел сахабам принести что-либо из своих вещей, украшений и денег. Чтобы то, что они принесли, можно было продать и тем самым выручить деньги, либо золото, украшения на пути посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха велел нам пожертвовать, и я пожертвовал из своего имущества половину своего. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросил меня: что же ты оставил своей семье? Умар радиаллаху анху ответил: столько же, сколько принес посланник Аллаха. Затем после этого пришел Абу-Бакр радиаллаху анху и принес все, что было у него дома, из украшений, денег и всего имущества. Такой же вопрос задал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и Абу-Бакру.
О, Абу-Бакр, что же ты оставил своей семье? Абу-Бакр, ради Аллаху анху, ответил: я оставил для своей семьи Всевышнего Аллаха и его посланника, поистине имеет его достаточно. И Умар, ради Аллаху анху, после этого сказал: мне никогда не навредит Абу-Бакр добрых деяний. Представьте, насколько велико добродушие и работа на пути Всевышнего Аллаха была у сподвижников братьев. А что мы видим на данный момент у нас? Если кто-либо из имамов, будь то из любых тех, кто жертвует на пути Аллаха, любая вещь, братья, покупка Корана, любая вещь, на данный момент мы не сможем, братья, это сделать. Почему, спросите каждый человек у самого себя, почему я не могу хоть на одну минимальную часть следовать за сподвижниками, не говоря о пророке саллаллаху алейхи ва саллям? Страх шайтана перед Умаром радиаллаху анху, братья. Саад ибн Аббас рассказывает: Умар попросил разрешения войти к посланнику Аллаха в то время, когда у пророка саллаллаху алейхи ва саллям сидели несколько женщин, которые требовали от него большего, в смысле, что они хотели от него получить ответы на свои вопросы. И в это время попросил разрешения войти к Умару радиаллаху анху. Женщины встали и убежали за занавеску, боясь Умара радиаллаху анху. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям разрешил Умару войти, пророк саллаллаху алейхи ва саллям посмеялся. И Умар сказал: о посланник Аллаха, да продлит Аллах твою радость, чему же ты смеешься? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на это ответил: когда ты попросил разрешения войти и услышали твой голос, эти женщины, они поспешили спрятаться из-за боязни перед тобой. Умар радиаллаху анху сказал: о посланник Аллаха, ты более достоин того, чтобы тебя боялись. Потом Умар обратился к ним: о враги сами себе, неужели вы боитесь меня и не боитесь посланника Аллаха? Женщины сказали: да, потому что в отличие от тебя, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он милосерден и груб, субханаллах, милосерден, а ты груб и суров. После этого посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: клянусь тем, у кого находится душа моя, встретив тебя на дороге, шайтан всегда будет переходить на другую дорогу и идти по ним. Хадис передал Бухари. Пока Усман, ради Аллаху анху, находился в Мекке среди мусульман, в Худайбии распространился слух о том, что он совершил тавав вокруг Каабы, не дождавшись разрешения для остальных паломников. Это было время, братья, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям с несколькими тысячами людей поехал совершить хадж. Они дошли до места под названием Худайбия и остановились там. И отправили Усмана ради Аллаху анху, чтобы он узнал о разрешении им совершить хадж. Это было время войны, братья. То время, когда курайшики и сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям враждовали, когда не было для мусульман входа в Мекку, когда, если зайти в Мекку, издевались над мусульманами, братья. И даже в это время, когда пророк был